пробках больше 14 тысяч парковочных мест, и все они в ночное время заняты. Из-за этого водители нередко нарушают и оставляют автомобили в ненадлежащих местах. Еще на прошлом совещании по парковкам глава поручил управляющим компаниям провести встречи с жителями, чтобы выявить дворы, которые особенно нуждаются в дополнительных парковочных местах. Но не все оперативно отреагировали на эту просьбу. Вы все хотите встретиться с 30 марта по 30 апреля, да? А до этого что вы делали, коллеги? 2 недели. А чего вы с жителями не встречались? Зачем вы откладываете, сейчас берете, еще откладываете. С 15 марта на 30 марта. В городском округе уже выделена земля, которая потенциально может использоваться под стоянки автомобилей. Это 22 участка площадью более 200 тысяч квадратных метров. Мы где-то сделаем асфальт, а где-то мы грунт. Из грунтовую парковку сделаем, дренажную. Ничего страшного. Потом в следующем году там асфальт положим. Нам главное машины места людям сделать. Нам что нужно? За ограждение, твердое покрытие и видеонаблюдение. Первые 10 пилотных парковок начнут готовить уже этой весной. В течение 2 недель там проведут опрос жителей, чтобы точнее выявить потребность. 1,5 месяца уйдет на оформление документов, и уже летом жители экспериментальных дворов получат дополнительные машиноместа. За это время расширение парковочного пространства включат в программу формирования современной комфортной городской среды, и с 1 сентября она станет доступной для всего округа.